Это блюдо готовится в специальной посуде, которая называется мантоварка. Она представляет из себя кастрюлю с листами в дырочку. Блюдо в этой посуде варится на пару. Ханум получается очень вкусный. Досмотришь инвида, и я предложу записать список ингредиентов. 1. В отдельную посуду налить 2 стакана воды. Положить туда 1 столовую ложку соли. Замесить тесто. Добавляя муку. Сколько заберет тесто? Тесто должно получиться не слишком мягкое, плотное и эластичное. Прокрутить мясо через мясорубку. Лук и морковь вымыть и почистить. Лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. В сковородке разогреть растительное масло и обжарить на нем лук. Добавить в сковородку мясной фарш и немного обжарить до полуготовности. Раскатать тесто в очень тонкий пласт и намазать сливочным маслом. Положить мясной фарш с луком и размазать по всей поверхности. 2. Вяложить тертую морковь и немного посолить. Морковь вкус не испортит, наоборот. 3. Завернуть тесто рулетом и положить на лист мантоварки. Листы нужно предварительно смазать маслом. Заранее кастрюлю от мантоварки с водой ставим на огонь. Когда вода закипит, листы ставим на мантоварку и закрываем крышку. Готовится ханум около 50 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Мясо 300 грамм, лук 2-3 штук, морковь 500 грамм, соль по вкусу, масло сливочное 60 грамм, мука по вкусу, количество порций 6-8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. До свидания.